На уходящей неделе было постепенное снижение температуры воздуха, но, несмотря на это, общий температурный фон продержался в значениях, превышающих климатическую норму на 2-5 градусов, и предстоящие выходные не станут исключением. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В субботу днем в городе и в округе в целом ожидается максимальная температура воздуха около плюс 5 градусов. В субботу будет пасмурно. Ветер южный скоростью 4-7 метров в секунду. Обойдется без осадков. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба. В воскресенье ветер сменит направление на юго-восточный и усилится до 5-10 метров в секунду. Все это признаки приближения атмосферного фронта. Уже с утра воскресенье округ накроет облака и начнется небольшой дождь. Преобладающая температура днем ожидается около плюс 3 градусов, но вечером под влиянием теплого атмосферного фронта на градус потеплеет. Ночью в субботу и воскресенье в округе обойдется без заморозков с минимальной температурой плюс 1-3 градуса. Солнечная активность будет меняться от низкой до умеренной, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной.